На спортивной площадке во дворе на Арцебушевской кипит работа. Волонтеры вместе с жителями чинят ограждения, красят лавочки и урны. Особое внимание уделяют благоустройству территории вокруг. Добровольцы пилят старые деревья. Будем производить сварочные работы, восстановление сетки, разнос чернозема будет производиться, посадка деревьев. На этой площадке необходимо восстановить лакокрасочное покрытие, подварить некоторые элементы. На детской баскетбольной площадке необходимо приварить кольцо для того, чтобы люди могли, проживая здесь, быть в комфортной среде. Я за то, чтобы все-таки делать, а не говорить, поэтому я лучше пойду, что-то поделаю. Приводят в порядок детскую площадку. Здесь также необходимо покрасить оборудование и заменить лавочки. Достаточно чистая площадочка, но мы ее до конца все-таки приведем в порядок, где-то что не хватает, доделаем своими руками, доведем, в общем, до ума. Чтобы привести двор в порядок, волонтерам потребовалось несколько часов. За это время они успели обновить скамейки, детские площадки, тренажеры, игровой комплекс и высадить голубые ели. Пришли во двор, смотрим, красивая детская площадка. Покрасили ее и думаем, что озеленение – это необходимая часть всех площадок, всех дворов. Мы хотим сами заходить, чтобы наши дети заходили в каждый двор и видели вот эту вот красоту, которую мы сегодня решили посадить и подарить этому двору. Молодые, но такие энергичные. Конечно, я не ожидала такого. Сегодня я вот бегала за ним, я не успевала за ними туда-сюда. Это дай, это подай. Это очень здорово. Я в восторге. Волонтеры на достигнутом не останавливаются. Молодые люди и дальше планируют помогать жителям Самары превращать дворы в уютные уголки для отдыха. Анатолий Головко, Лариса Шалафаст, Константин Головин, Григорий Плешаков. События.